В штаб-квартире ООН впервые проходит неделя казахской кухни. 5 поваров из Астаны, специально приехавшие в Нью-Йорк, буквально творят чудеса. Каждый день им удается накормить тысячи сотрудников Организации Объединенных Наций и делегации более 100 стран мира. За реакцией международных гурманов наблюдала наш собственный корреспондент США Майра Абдрахманова. Весть о том, что в штаб-квартиру ООН приехали казахстанские повара, быстро облетела этажи этого нью-йоркского небоскреба. Вначале все внимательно изучали стенды с меню казахской кухни, которые были расписаны на каждый день недели. Ажиотаж и в буквальном смысле предвкушение чего-то особенного сделали свое дело. Вот этот барашек на вертеле сразу вызвал оживление. А потом появились мясо по-казахски, курдак, манты, плов, коктал, баусаки, самса. Такое разнообразие способно удовлетворить фантазии даже искушенных гурманов. И вот на сцену выходят эти добрые мастера своего дела, которые преодолели тысячи километров, перелетев океан, чтобы поддержать высокий имидж своей родины. Сегодня аплодисменты адресованы казахстанским поварам Жумакуль Байсалбаевой, Ельмурату Искакову, Галие Нуркеновой, Максиму Сыздыкову и Асету Букурову. Их кулинарные творения стали открытием и для почитателей всемирно признанной кухни Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. Это отличный способ показать то, что уникально для Казахстана, а именно его национальную кухню. Мы отведали очень вкусные блюда, которые вернули нас на вашу землю и природу. Что впечатлило меня, так это натуральность продуктов и их разнообразие. Мы стали свидетелями великолепной презентации фантастической страны. Аппетит у гостей заметно прибавился после того, как они отведали из пиалок традиционные айран, кумыс и шубат. Очень хороши рыба осетр и баранина, к любителям которой я вообще-то отношусь, а также манты. Понравились ваши прекрасные сладости. Знакомый для нас казахстанский десерт стал и вовсе экзотикой. Жент, хоспа, рамшек, курт, чак-чак здесь пробовали впервые. Наши блюда не оставили равнодушными и членов Совета Безопасности ООН. Блюдо очень вкусное, но мне кажется, что наши казахстанские друзья проявляют еще больше политического вкуса и дипломатического, чем кулинарного. Потому что действительно кампания Казахстана по избранию непостоянным членом Совета Безопасности ООН идет очень энергично и здорово, и одновременно весело и интересно. Я думаю, что это залог успеха. Нам хотелось бы в это надеяться. Фестиваль казахской кухни в штаб-квартире ООН продлится всю неделю. За это время тысячи гостей отведают наши блюда по стандартной цене в ресторане международной организации, где с первого дня не было отбоя от посетителей. Наряду с этим казахстанские шеф-повара провели мастер-класс для дипломатического корпуса и поделились секретами приготовления национальных блюд. Майра Абдрахманова, Ренат Садыров, Нью-Йорк, США, 24KZ.